От дизайн-проекта до готового общественного пространства. В этом году жителям города вновь предстоит выбрать не только территории для благоустройства, но и их будущий облик. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре стартовали общественные обсуждения архитектурных проектов пространств, которые претендуют на преображение в 2023 году. На данный момент у нас идет процедура обсуждения данных дизайн-проектов, где жители тех или иных районов, тех или иных территорий имеют возможность напрямую высказаться, внести изменения, дать какие-то предложения по корректировке данных дизайн-проектов. По данным специалистов профильного департамента, сейчас в Самаре нуждаются в благоустройстве порядка 87 общественных пространств. Из них самарцы отобрали 20. Дизайн-проекты выдвинут на голосование после общественного обсуждения и учета пожеланий жителей. В Октябрьском районе 5 проектов кандидатов. Общественное обсуждение прошло в районной администрации. К этому вопросу большое внимание уделяется. Соответственно, для этого мы здесь собрались, чтобы учесть все пожелания и мнения жителей при формировании итоговых дизайн-проектов этих территорий, ну, чтобы наибольшее количество людей удовлетворить итоговым результатом после их благоустройства. В числе рассматриваемых дизайн-проектов небольшой сквер, расположенный между 22-м и 24-м домами по улице Новосадовая. На фасаде одного из них еще осенью появился новый мурал. Жителям очень понравилась эта идея, и уже получается на фоне вот этого мурала, да, этого фасада дома, этот сквер вообще абсолютно потерялся. Не хватает освещения, не хватает хороших тротуарных дорожек, и очень важно, надо сделать водоотведение, потому что вода скапливается. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. После корректировки дизайн-проектов жителей города ждет голосование, на котором из топ-20 выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.